Что, не узнали меня? Меня сейчас никто не узнает. Трезвый я. Что, не пью? Клещ меня укусил цифалитный. Врач укол поставил, сказал, год не пить. Иначе в позу кузнечика завернуть может. Да и погибнуть можно, не дай бог. Ну что, 3 дня мне жить осталось трезвому. Отопьюсь, хоть заживу по-человечески. Сейчас хожу по деревне, как бельмо в глазу. От всех перегаром пахнет. От меня одеколоном несет, как от Диора, аж противно. Мужики у нас звери, вы знаете. Как узнали, что мне пить нельзя, так все выпить зовут, твои раньше не знают. Бабы тебе просто самогон им погнать, знаю, что ни капли не тронут. А я литр выгоню на 3 килограмма, похудею от переживания. Ну кто-то ж ее выпьет. К врачу каждый день хожу, прошу разрешения выпить. А он знаете, что сказал? Год только кефир. А вы знаете, сколько надо этого кефиру выжать, чтобы хоть чуть-чуть забалдеть? 40 литров я его высосал у брата на молокозаводе, а счастливо мне было, как от стакана пива. Зачем мне выпускают только заводы целые работают? Да я ж на беду возле магазина живу. Продавщица наша Вера Ильинична, как всегда, зовет водку с вином разгрузить. Раньше как я на разгрузку шел? Шо вы? Штаны растягивались, трусы лопались напополам, так шага. Сейчас как на каторгу бреду. Ящики тетягаю, бутылки звенят, как дети кричат. Мясо от ребер отстает. Один раз пьяный грузчик пол-литровку выронил. Она до земли еще не долетела, я сознание потерял на неделю. Же. Бутылку не спасли. Ну вот, у ребята, слава богу, земли высосали. А Вера Ильинична после работы говорит, ну что, Никифор, как будете брать зарплату? Деньгами, алкогольной продукцией? И лыбится, как запорожец после аварии. Я деньгами беру погаными, а само слезы такие по 150 грамм каждого. Я, правда, по трезвому для себя много нового открыл. Узнал, почему салат называется селедка под шубой. Раньше же до селедки ж не доедал. Так, сверху ковырну носом и сплю там. Все было по-человечески. Вы не поверите, у меня стаканы стоят в серванте, граненые по пояс в пыли. Стыдоба, я сам знаю. Ничего, отопью, скоро же живу по-человечески. На рыбалку хоть нормально схожу. Часто я как хожу на рыбалку, хоть стой, хоть падай. Как дурак хожу, с удочкой и наживкой. Один там идиот такой. Я поплавок настраиваю, а не наливаю. Я крючок привязываю, не наливаю. По стаканам... Аж эхо на всю речку. А я плачу-то рыбачу. Раньше-то я как ходил на рыбалку? Ну шо, без удочки. И шли, помню, поставили на огонь уху из свиной тушенки. Сидим, выпиваем, варим, помешиваем уху. Вот, огонь только забыли развести. Да и тушенку забыли открыть, так варили ее прямо в банку. Да так мы ее сырую и сожрали тогда. И огурцы, и помидоры, и картошку с землей тут же на огороде. До речки не дошли тогда. Все было по-человечески. На пьяных, вы знаете, смотреть не могу. Они как назло прут отовсюду, как зомби. Вчера Анусик с Лесиком шли. По 30 лет пацанам, а выглядят старше пирамид. Счастливые, в один пиджак оба одеты. На спине застегнуты, носки поверх туфлей. Ну, все по-человечески. Я последний день своего сухого закона на крыльце магазина ждать буду. Ну, а что время терять? Вы случайно не знаете, водку только ртом пить можно? О, жалко. Только ртом долго, я бы ее и носом был. Что-то шея чешется у меня. Ну-ка, гляньте, что там такое у меня. Чего? Клещ сидит? Не надо ля-ля, клещ. Комар долбанул или собаку кусила, только дело, клещ сразу. Все нормально, у меня 3 дня мне осталось. Докопались тоже, родинка клеща отличительного. Придумал, что-то.